салон по моему личному приглашению прибыли важные гости. Не мешайте им. Назад пути нет. Нет, но мы друг другу поможем. За дело. Есть? Какой пинг? 1 миллисекунда. Думаю, сойдет. Тогда заходим. Включаю главный сервер. Хансен что-то подозревает, просто его пока не озарило. И уже не озарит. Вижу. Есть ответ. Приготовьтесь вводить коды. Ви, спасибо тебе большое. Спасибо, что помогаешь мне. Еще совсем чуть-чуть. Теперь ваша очередь. Можно вводить коды доступа. Я с тобой, Сойка. Смотри на Алекс. Жди, пока она убьет Курта. С тобой все хорошо? Выглядишь не очень. Приятно слышать. Я сейчас делаю 3 вещи одновременно. Сделай 1. Последи за Куртом. Ладно. А потом? Мы сбежим. Матрица уже почти у меня. Я перенастраиваю системы стадиона. Это тяжело. Пришлось зайти за черный заслон. Погоди. То есть ты взламываешь весь стадион? Я отрезаю лабораторию и готовлю нам путь отхода. Скоро я натравлю систему защиты стадиона на людей Курта. Дай знать, Алекс. Давай. Ну все. Система защиты атакует своих. Ви, как вы? Все в порядке? Сойка, ты как? Что с тобой? Матрица и стадион. Черный заслон. Я на секунду растерялась. Ничего. Со мной все. Вы надо бежать? Сука! Рид, если станет тяжко, я могу сбежать. Помочь. Взломать всяк. Главное, не перенапрячься. А то мне у сервера досталось от черного заслона. Если вы это слышите, вы сделали.
полиция и банды. Налоги. Кому они сдались? Он меня взломал. Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Лучше сдайся. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Ах ты, говно. Замочил этого уёбка. Давайте, идиоты, окружайте его. Осторожно, он хакер. Сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктауне. Налоги. Кому они сдались? Лобби. Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так. Сейчас мы его выйдем. Это Баргетцу. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктауне. Ну все, ты огребаешь. Налоги. Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не можете. Правильно. Хакерша. Справедливо. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Получится запустить винт вертолет. Полиция и банды, только не в Доктауне. Какого? Интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Сейчас повеселимся. Если вы это давай слышите, вы... Дома надо было лететь!
Полиция и банды? Только не так там. Налоги? Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Окружай ее! Я тоже так думаю. Лучше сдайся. По лестнице вверх. Там твоё. Говорит Курт Хансен. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды?
Не в Доктауне. Налоги? Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правил. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Укрепляйте лед. Выходы перекрыты. Ви, осторожно, это мертв. Нам нужно подняться на уровень выше. Будьте я могу отвлечь их внимание. Опасна. Перехватишь управление пушкой панцира. Это их влечет. Всем занять позиции. Смотри, что я принес. Теперь молись. Стреляем по нему. Получай. Говорит Бурхан. Это слышите, вы сделали. Ты правильно. Вперед за мной. Полиция и банды. Это не Доктаун. Налоги. Кому они сдались? Сдохни, мразь. Здесь я защищаю ваши интересы, теперь пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Обнаружен новый. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не вдохнал. Налоги, кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит, я тоже так думаю. Это пиздец. Ха! Не надо было рыпаться. Дома надо было сидеть. Если вы это слышите, вы сделали выбор. Нет раннер, сука! Полиция и банды, только не в Доктауне. Налоги, кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит, я тоже так думаю. Где в саду будешь?
Огонь по цели. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктауне. Кому они? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Сейчас мы его выйдем. Нам всем пизда. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктауне. Налоги! Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Прекращать огонь. Тяжелая артиллерия.
слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды? Только не в Доктауне. Налоги? Кому они сдались? Что за херня? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правил. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Хватит ныкаться, сыкла. Тут есть лифт, если вы это но слышите, туда нельзя. Дальше. До коридора. Полиция и банды. Дверь закрыта. Секунду. Сейчас открою. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Готово. Я заперла дверь. Можно немного перевести дух. Мне надо... Погоди. Ошибка. Преждевременная выстрел. Со мной такое в первый раз. Прямо вымоталась, пока ломала сервер. Сервер, потом стадион. Я немного себя переоценил. Иди вдоль технической шахты, потом по лестнице вниз. Половина оборудования перегорела, а другая мигает, как новогодняя елка. И сколько это чинить? Дня два, не меньше. Мечтай. Минимум неделю. Надо закрывать стадион. Это они. Пап, пожалуйста, не трогайте нас. Мы вас не сдадим. Честно. Любопытный факт. Согласно традиционным христианским наставлениям, вы скорите воду.
почти пришли. Вам нравится режим автономности? План такой. Мы выйдем на задворки стадиона. Я вызвала туда две машины. Они уже едут. Одна для меня, другая для тебя. Так будет сложнее нас отследить. Что-то мне плохо. Не получается. Сейчас получится. Бля! Что это? Наконец-то. Ну, прыгаю. Кажется, я знаю, ох, кого они ловят. Ах. Пиздануло здорово. Наверное, из-за них. Черт. Ногу подвернула. Скоро сюда прибежит свора Ханса. Давай, Суми. Финишная прямая. Идем к воротам. Там будет машина. Спасибо, Ви. Опять по нам больнее всего ударит. Не удай. С чего ты взял? Потому что мы ничего не видели. А вот и они, наши машины. Вон та машина. Ставлю свой счастливый Энни, что это за ними. Дурацкая ставка. Так будем спорить или нет? Сойка у нас получилась. Мы сбежали от всех. И от Хансена, и от ФРУ. Еще нет, Ви. Это только первый шаг. Я не успокоюсь, пока не улечу из Найт-Сити. Серьезно? Хочешь улететь после того, как тебя один раз подбили? Увидишь. Ты уверена, что уедешь без проблем? Если нет, ты узнаешь из новостей. Надеюсь, ты знаешь, что делать дальше. Нам надо разделиться. Так проще будет сбить со следа моих коллег. Я проверю, что все еще могу покинуть Найт-Сити. После этого свяжусь с тобой. А где мы встретимся? И когда? Я пришлю тебе координаты. Просто жди сигнала. И не попадись. Ты тоже. Вы... Спасибо. Внимание патрулям. Новое сообщение о подозрительной активности.
Керри, привет. Бросай все, что ты там делаешь. Езжай в гавань и не тупи. Не вопрос. Скоро буду. Обещаю, ты не пожалеешь. Гавань у 4-го пирса. Если когда-нибудь соберешься завести семью, подумай как следует. Мой клиент, мистер Майкл Мальдонадо, не подумал и теперь отдувается за своего непутевого сына. Вопрос довольно деликатный. Майкл хочет обсудить его лично, наедине с тобой. Я предпочитаю менее требовательных клиентов, но он предложил доплатить, так что я сделал исключение. Съезди к нему и узнай, в чем дело. Подробности в письме. Когда ты его уже починишь, играть невозможно. Да только вчера чинил. Ладно, сыграй еще раз бесплатно.
бы ты предложил больше, сразу бы нашлось. А, привет. Добро пожаловать. Ты получаешь в панель, а мы потом делим компенсацию. Что-то я не знаю. А что тут знать? Тебе даже... А, привет. Добро пожаловать. Внимание, Докдаун! Беннет на связи. Полковник Курт Хансен мертв. Повторяю, Курт Хансен мертв. Это черный день для Докдаун. Полковник погиб так же, как и жил, с оружием в руках. Те, кто виновен в его смерти, должны заплатить. Знаете почему? Потому что Курт Хансен мертв. Но Баргес живее всех. Эй, дружище, не хочешь сыграть? Может, в другой раз. Меня зовут Ви. У тебя вроде как есть для меня работа? Да, все так. Идем, поговорим. Спасибо, что нашел время. Фиксер сказал, что ты можешь уладить даже самое безнадежное дело. Смотря насколько безнадежное. У меня есть сын, Эрик. Это... А чем ей не пон... Она кру... Зембин... И при чем тут... По слухам, он знает... Зембинский вы... Сначала... Она по... Через... Посади... По... Я постараюсь разру... Буду... Она чат... А ты откуда? Так она меня тут... Сегодня одна? А где Уолт?
тех пор, как боги даровали ему доступ в VIP-зону, он тут не появляется. Типа, думает, что он теперь крутой? Может, поговорим с ним об этом? Я уже пыталась. Если ты не в списке, это нереально. Отсоси! Сокращаю дистанцию. Я говорил, что это выстрелы, а не музыка. Джорджина Зимбински. Надо поговорить насчет Майкла Мальдонадо. И чего хочет этот алкаш? Если не ошибаюсь, его заставили оболгать сына. Он хочет, чтобы ты удалила запись. Хочет, чтобы я... Вот ведь лицемерный кусок говна. Видишь, я предупреждал, что ему нельзя доверять. Что конкретно он тебе сказал? Твой человек выбил из Майка показания. Кажется, он про тебя, Хэнк. Ты устраивал мистеру Мальдонадо шоковую терапию? Хм. Делать мне нечего. Похищение, вымогательство, поджог, вооруженное ограбление. Угадаешь, чей это послужный список? Эрик Мальдонадо. Отморозок, по которому давно тюрьма плачет. Мы просто нашли того, кто помог его туда определить. Отец сразу сдал его, когда услышал, сколько мы предлагаем за показания. То есть ты оправдываешь подделку показаний преступлениями Эрика? Мы не в сказке живем. Если хочешь справедливости, надо брать дело в свои руки. Мальдонадо наплевать на сына. Он просто боится, что Эрик узнает о его предательстве. Я могу сделать так, чтобы этого не произошло. Продолжай. Может, сначала послушаешь показания Майкла? Узнаешь, как все было?
Последний вопрос. 16 мая прошлого года Эрик Мальдонадо позвонил вам. В ходе разговора он признал, что Эктор Сакристан застрелил Маркоса Феррейру. Он также упомянул, что Сакристан приказал сбросить тело Феррейры в залив Коронадо. Вы подтверждаете, что Эрик говорил это? Я, да, подтверждаю. Прекрасно. Благодарю вас. На этом все. Майкл даже не усомнился, стоит ли брать деньги за эти показания. Деловой человек. Смотри, я предлагаю убрать имя Майкла из документов. Эрик не узнает, кто дал показания. И если я откажусь? Не советую. Это плохо скажется на твоей жизни. Майк дал мне инструкции, и я буду им следовать. К тому же есть подозрение, что ты пиздишь. Серьезно? Я показала тебе улику. Ты показала только то, что тебе выгодно. Этого недостаточно. Удаляй показания живо. Боюсь, это невозможно. Видимо, придется объяснять на понятном тебе языке. Хэнк? Подумай как следует, Хэнк. Вспомни, сколько тебе осталось до пенсии. Ты хочешь до нее дожить или нет? Ты даже не представляешь, с кем мне приходилось иметь дело. Я же с тобой в два счета справлюсь. Джорджина, ты знаешь, я сегодня умирать не планировал. И уж точно не за чертовы показания. Вот как? Нам надо будет с тобой серьезно поговорить. Вот, все удалено. Супер, спасибо. Сейчас повеселись. У нас тут нет камер? Что ты, херня? Сейчас повеселимся. Хакерша. Твою мать!
Пожри свинца, сука. Вылезай уже, надоело. Здесь явно кто-то есть. Молчиро. А, оре га чоксетсу яру. Вы? Как все прошло? Мне больше ни о чем беспокоиться. Ага, твои показания удалили. Всегда приятно услышать хорошие новости. Без проблем. Жду свой гонорар. Да, да, конечно. Держи. Благодарю. Спасибо еще раз. Ты очень выручил меня и моего сына, конечно. Хотелось бы в это верить. Чего? Я поговорил с мистером Мальдонадо, и он был очень доволен твоей работой. Так держать. Мне жаль, что ты устроил такой погром в тяжелых сердцах. Это место мне очень дорого. Я хотел выдать тебе дополнительную награду, но придется пустить ее на взятки людям Хансена. Научись держать себя в руках, Ви. Повторяю, Курт Хансен мертв. Это черный день для доктора. Полковник погиб так же, как и жил, с оружием в руках. Те, кто виновен в его смерти, должны... заплатить. Знаете почему? Потому что Курт Хансен мертв. Но парни живее всех живых. Детка, я слышал. Ты хорошо работаешь. Наши поехали в Сити за товаром и не вернулись. Забей, они же не в карманах его везут. Наверное, просто таможня. Чем быстрее заработаем, тем быстрее...
Сегодня твой счастливый день, Ви. За доброе дело тебя хотят вознаградить, а не расстрелять. Террористическая группировка «Багровая жатва» планирует взорвать штаб-квартиру биотехники в Берлине. Об этом мне рассказала одна из террористок, Нелл Спрингер. Ей нужна твоя помощь, чтобы сорвать теракт. Если интересно, посмотри подробности в сообщении. Как же я устала. Всю ночь не спала. Короче, я все-таки останусь на стене. Нелл Спрингер. А кто? Меня зовут Ви. Никто? Я не первый. Ты не знаешь. Хэнс? Он сказал, что ты совестливая террористка. Ты вообще... Мы хотим... А зачем тогда за... Они борют. Я... Она, наверное... Наивна, это еще... Давай без комментариев. Мы не о жизни, на. Да, перейдем. Что на щепке? Давай по порядку. Багровая жа. Что от меня требует? В западный ч... Пройдешь. Найди. Когда... Ставишь ее на па... На всякий случай. Мало кто пошел. Может, я... Нет смысла. Я больше не... Ладно, тогда... Я на тебя... Таких только три. Давайте его отпиздим. Сокращаю дистанцию. Не тупи! Лопни атаковать! Принято! Обхожу его! Это лучше, чем секс. Держать позиции, сударь. Надо обойти периметр.
Я покажу настоящую войну. Большие пушки на подходе. Сдохни, падла! Вот же упёртый. Так, что у нас тут? Совестливый террорист хуже корпората, но террористы хотя бы не боятся запачкать руки. Окружение.
Решаем, бегом, бегом. Иду я. Хакер! Огонь из всех орудий. Покажи свой внутренний мир. Давай, сука. Пиздец. Что тебе от меня надо, Рид? Я разочарован, Ви. Ты подвел и меня, и Соми. Мы могли помочь ей. Вместе. Ей так не казалось. Ты помогаешь предательнице, которая организовала покушение на жизнь президента НСШ. Перестань. Сойка просто хочет свободы. Оставь ее в покое, и никто не пострадает. Обещаю. Ви, она объявила войну своей собственной стране. Мы с вами уже ни о чем не договоримся. Фру найдет вас обоих. Тебе некуда бежать, Ви. Ты бы не звонил, если бы все было решено заранее. Хочешь предложить переговоры? Поздно что-то предлагать, Ви. Я хотел предупредить, что мы скоро встретимся ты, я и Соми. Очень надеюсь, что ты все-таки передумаешь. Я буду бороться. До самого конца. Уэлсу в Кампеке Плаза ты также сказал. Не веди себя как подросток, научись отвечать за свои поступки. Так будет лучше и тебе, и другим.
разобрался с бомбой? Не бойся, Вир. Давай мне щит. Какую машину? Откуда ты меня... Биотехника! Вы арестованы! Я тут ни при чем. Нел Спрингер! Нет, не... Врыв унес... То есть ты все-таки обычная террористка? Я тебе клянусь, Ви. Хватит болтать! Я с ними поговорю. Они тебя Сиди убьют. Сиди здесь. Четверо на одного? Не высовываться! Ты ранена? Вроде бы нет. Спасибо, Ви. Думаешь, у тебя когда-нибудь получится себя простить? Не знаю. За то, что я сделала, нет прощения. У тебя впереди целая жизнь, чтобы все исправить. Сегодня ты сделала первый шаг. Без тебя у меня бы ничего не получилось. Спасибо. Удачи в новой жизни. Жаль, конечно. Девчонка могла далеко пойти. Ненавижу, когда люди вместо того, чтобы идти до конца, сами стреляют себе в ногу. Придется за тобой прибраться. Но сегодня ты спас больше людей, чем убил. И самое главное, при этом не пострадала заказчица. Закрываю заказ и перевожу твои деньги. До смерти должны заплатить.